Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. И сегодня мы будем знакомиться с ручным инструментом от компании Daily. Я решил обновить, так сказать, некоторые инструменты. Не то, что обновить, а даже добавить в свою мастерскую. И компания Daily любезно предоставила мне некоторые свои позиции. Как я вообще познакомился с компанией Daily? Даже не только я, но, наверное, и вы, кто подписан на канал Папа Карло, видели, как их приглашали в Китай, было снято много интересных роликов, как они посетили завод, посмотрели, как производится их продукция. А после компания была на Митексе, на выставке, и я посещал эту выставку, и даже вот оттуда привез они мне тогда вот в таком красивом пакетике. Daily, кстати, Trilogic Group представляет в России. В пакетике были некоторые... Парочка вот таких каталожиков интересных. Ну и по мелочи тут рулеточку они подарили и ручка Trilogic Group. Ну а теперь компания со мной связала и предложила на обзор некоторый инструмент, который мы сейчас и посмотрим. В конце ролика будет розыгрыш, я подарю одному из подписчиков своих вот такой набор. Но его мы сразу, говорю, мы вскроем его, мне самому интересно, что там внутри. Посмотрим, и это уйдет на подарок. Об условиях, конечно, скажу где-нибудь в конце ролика. Да, и это не весь инструмент, который у меня сейчас есть от компании Daily. Будет еще много роликов, несколько, поэтому... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажать на колокольчик. Погнали смотреть. Для начала давайте, наверное, вскроем нож, потому что ножом мы будем вскрывать остальные коробочки. И как раз тут так сделано, что нож не обязательно вскрывать упаковку ножом, в отличие от остальных коробок. Давайте рассмотрим поближе наш нож. В комплекте указано 6 лезвий, сталь СК-2, артикул DL-006Z. Давайте распакуем. Нож уже сразу в открытом положении находится. Давайте сложим. В закрытом положении это выглядит вот так. Вот этим рычагом мы открываем дополнительные лезвия, отсек для дополнительных лезвий. Здесь 5 лезвий находится. Ну а нож открывается рукой. Здесь вот так не получится. Плюс на лезвии установлена защитная пластиковая заглушка, чтобы не поцарапаться. Лезвие, чтобы поменять, необходимо откинуть вот этот рычаг. Также, чтобы вставить, нужно его откинуть. Есть ли люфт? Вот такой имеется. Ну, небольшой есть. Клипса. Ссылка на этот нож будет в описании. Да и вообще на все товары, все ссылочки будут в описании к ролику. Все, поехали дальше. Далее давайте посмотрим вот такой молоточек маленький. Артикул DL 44-1008. Молоток, гвоздодер,
укороченный. Масса 250 грамм. Давайте снимем вот эту резиночку и пакетик. На молотке еще этикеточка. Вот так выглядит он, если мы держим в одной руке. Для чего маленький молоток? Ну, блин, в сервисе иногда нужно что-нибудь тюкнуть, стукнуть, и не сильно. И чтобы место особо на верстаке не занимал. Ну, гвоздодер, конечно, не нужен в сервисе. Ну, вот такой прикольный молоточек. Следующей позицией, наверное, давайте посмотрим съемник подшипников. Съемник подшипников в такой вот картонной коробке. Артикул DL-E106. Давайте вскрывать. Что примечательно, достаточно вот здесь тоненькие губки, и это хорошо, а то бывает задний подшипник ротора очень сложно вытащить. Вообще у компании три размера этих съемников есть. По-моему, вот этот съемник это самый большой. Давайте попробуем снять. Ручка здесь, получается, снимается для того, чтобы можно было работать ключом. Стоять. Ну вот, сняли спокойно подшипник. Видите, с одной стороны сделано, чтобы развальцовано, а с другой можно вытащить. Ну и есть винты. Точнее, болты под шестигранник. И на этой части у нас указан артикул и логотип компании. Поехали дальше. Теперь давайте посмотрим рулеточку трехметровую. Рулетка. Вот такая миниатюрная рулеточка. Маленькая. Артикул HT-8316. Давайте открою. Daily Home версия домашняя. Вот эта вот часть прорезиненная, такая soft touch пластик, кружок вот этот. Остальное обычный пластмасс. Фиксация здесь сделана вот таким образом. Если отпустить, в принципе, вот под одну руку удобно. Ну и обычно еще, если до конца вытянуть,
Здесь может быть какая-нибудь надпись обычно на рулетках. Про завод-изготовитель и так далее. Ну, бывает, я не знаю, здесь вот. Отличная, хорошая рулеточка для использования дома. Следующая позиция — это будет штангенциркуль. Электронный штангенциркуль. У меня есть уже штангенциркуль, но советский. Вот такой. Видите, сделано в СССР. И еще у меня есть примерно подобный, только пластиковый. Но пластиковый — это такая ерунда. Там погрешность словить, как нифиг делать. А это металлический. Метрическая шкала. Сталь, из которой сделан. Сто 50 миллиметров. Так, что у нас сзади? Внутренний, внешний. Глубина. Вот это, я не знаю, степс, шаги какие-то. В этом, кстати, глубину не меряет в советском. Короче, артикул EDL 91-150. Вскрываем. Так, первый инструмент за сегодня, у которого есть инструкция. Руководство пользователя. Глянем, давайте. Что тут примерно? Но это для тех, кто никогда не пользовался. Поставляется вот в такой приятной коробочке. Под дерево такая сделана. На ощупь прям приятная. Пенал, когда открываешь, похож. Циркуль был советский у меня. От отца оставался тоже в подобном пенале, только он такой тряпичный был. А здесь пластиковый сверху. Внутри еще одна инструкция, но уже на английском языке. Ну, то же самое, что это большая, это уменьшенная ее копия, но на английском языке. Штангенциркуль идет в пакетике. Давайте сразу извлечем. В пакете от влаги есть. Здесь наклейку какую-то вставили для чего-то. Ну прям выглядит так, как очень дорогая вещь. Табличка какая-то. И сюда, наверное, нужно вставить батарейку. Есть колесико подстроечное. Глубину мерить. И вот как раз нам и пригодятся отвертки, хотя не пригодятся, потому что в комплекте сразу ребята положили отвертку. Молодцы. Давайте вставим батареечку. Вот это вот люблю, когда
В комплекте сразу все идет, чтобы можно было собрать. Вот, а тут уже и батарейка установленная. Офигеть. Я не попробовал. И запасную даже положили. Это прям дорого-богато. Он и выглядит. Как дорогая вещь. Как, не знаю, как дорогие часы какие-то. Гляньте, как отлито. Ну и давайте замеры сделаем. Например, вот у нас подшипник. Опа. 30 и внутренняя 9,9, пока ну там должно по идее 10. О, 10 миллиметров. Ну вот это вот вещь. Можно инчах или в миллиметрах. Сброс на 0. Включить, выключить. Ну вот это, ребята, прямо вещь. Сюда вот и таблеточку запасную, батарейку есть, место куда положить. Закручиваем. Сам штанген. И отверточка менять. Батарейку. Все, офигенно. Едем дальше. Переходим к следующей позиции. Это будет вот такой наборчик прецизионных отверток. Иногда нужно открутить что-то меленькое, поэтому у меня такого набора не было. Такой набор необходим. Набор прецизионных отверток. 25 штук в наборе. Здесь указано, какие есть отвертки в наборе, шлицы. Артикул EDL-3525. 25 предметов. Давайте вскрывать. Вставляются в картонные коробки. Как похоже на iPhone. Ё-моё. Упаковано прикольно, как реально какой-нибудь телефон. Приятная такая на ощупь коробочка. Похожая реально на телефон. Здесь этот отпечаток пальцев сканер. Это кнопочка, короче. Типа как на айфоне отпечаток на старых. Открываем. До конца она не выходит. Внутри смотрим, что здесь. Вот такая ручка. И набор различных миниатюрных бит.
Причем, если мы снимаем биту, там за битой нарисовано, какая должна битка здесь лежать. То есть не перепутайте. Интересный вот такой набор. Биты держатся с помощью магнита, то есть они отсюда вот так не выпадут у вас и не рассыпятся. Что является большим плюсом. Даже отвертка сама. Не отвертка, не магнитится. Только биты. Ну, прикольный, классный набор. По качеству не могу сказать, как они себя поведут. Давайте что-нибудь открутим. Например, вот здесь есть крест. Ну, прикольно вот так крутить, когда мы уперлись ладошкой. Не буду я разбирать, эта пружина вылетит. Хороший наборчик, который нужен каждому, кто разбирает что-то мелкое. Погнали дальше. Теперь давайте посмотрим. Сверла Форстнера. Артикул у нас вот такой, на экране видите. В комплекте идут сверла 15, 20, 25, 30 и 35. Сзади нет ничего. Давайте скроем. Как мы видим, вот такой кейсик. Оп. Тоже шикарно сделано, вот это внутренности, сразу видите, чтобы ничего не болталось. И вот такие сверла, и здесь есть шкала, для того, чтобы мы могли ставить ограничитель на нужную нам глубину. Острая. Прямо конкретно чувствуется, как лезвие. И в комплекте также есть шестигранник для того, чтобы фиксировать вот это дело. Выставили, закрутили. Да, даже тут, я сказал, 4, здесь 5 сверл. Да, кстати, вот здесь есть небольшой минус. Под ключик можно было вырезать отдельно где-нибудь место. Он лежал вот здесь. Вот такой набор. Кому нужны сверла Форстнера, знаете, где купить. Ну и теперь у нас остались различные шестигранники. Давайте начнем, наверное, вот с такого здоровенного набора. Шикарный такой большой набор. Размеры 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 миллиметров. Что сзади? 25 градусов угол наклона.
артикул EDL 233-208. Инструкция, как можно, как нельзя, то есть трубу на шестигранник одевать ни в коем случае не надо. Как лучше тут открыть? Есть вот такая лазерная гравировка на каждом ключе. Давайте возьмем самый маленький. Вот этот. Нет, на маленьких нет. На тех, что покрупнее, имеется гравировка. Интересные такие шестигранники. Я никогда такими не пользовался. Но если посмотреть каталог инструмента Makita, который необходим для сервисных центров, то есть сервисный инструмент, то там есть вот такие наборы. Поэтому я решил себе попробовать тоже такие шестигранники и добавить. Так сказать, укомплектоваться. Шестигранники нужны всегда, часто, особенно на больших перфораторах, на SDS Max'ах винты идут именно под шестигранник. Ну, в данный момент у меня сейчас нет шестигранных нигде винтиков. Поэтому даже показать, как что-то открутить, закрутить, возможности нет. Далее у нас пойдут шестигранники Torx, укороченные. Это Torx, артикул EDL 234-209H. Давайте вскроем. Кстати, у Папа Карла на канале были тесты шестигранников. И там как раз участвовали одни шестигранники от компании Daily. И по тестам они показали как бы себя неплохо. Они в рамках ГОСТа. Вставляются вот в такой короб, как это сказать, не коробочки, а упаковки, фиксируются, и внутри они на защелках. Можно как вверх вытащить, можно потом вот так взять и защелкнуть. Имеется лазерная гравировка. И иду тут с внутренним отверстием. Все. Иногда бывает, да часто, особенно всякие немецкие инструменты, Боши там всякие и прочие, идут с винтами под Torx. Поэтому такие шестигранники в сервисе нужны.
Следующий набор идет как раз тот, что был у Папа Карло в тесте с шариком. Давайте вскроем. Артикул забыл показать. DL-232-309H. Размеры 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Размеры, кстати, указаны сразу на коробочке. Как здесь Torx, так и здесь. Ну и давайте сразу вскроем вот эти вот артикулы. Будет EDL-231-309H. Одинаковые упаковки у них абсолютно. Единственное, отличаются наконечники. Здесь с шариком, здесь стандартные. Ну, в ролике у Папа Карло был показан их минус, что если вот так трясти, видите, они выпадают. В остальном сами, как по металлу, показали себя неплохо. Ну а теперь переходим вот к этому набору, который мы сегодня и разыграем. Условия конкурса такие. Нужно перейти в мой телеграм-канал, подписаться на телеграм-канал, ну и, естественно, нажать клавишу «Участвует». Ролик с розыгрышем вот этой штуки появится под роликом, который вы сейчас смотрите. То есть сначала будет пост с роликом, и ниже будет пост с розыгрышем. Всем желаю удачи. Розыгрыш пройдет ровно неделю. В конце недели робот автоматически определит победителя. Приз будет отправлен за мой счет компании СДЭК до терминала. С победителем я лично свяжусь. Ну и гвоздь нашей программы. Вот такой набор. Домашняя серия. Набор из 4 предметов. Рулетка. Скорее всего, точно такая же, как я тут показывал уже. Пассатижики и 2 отвертки. Под шлиц и под крест. Артикул будет вот такой. HT-304C. 4 предмета. Давайте вскроем. Аккуратненько. Этот набор получит победитель конкурса. Чтобы его выиграть, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там как раз будет пост. Ссылка на этот пост будет в описании к этому ролику. А пост будет идти после ролика. Набор, я думаю, неплохой, как подарочный. Даже если вы его выиграете и вам он будет не нужен, его всегда можно подарить. Знаете, как бывает, приходишь кому-нибудь домой, они просят тебя что-то починить. Скорее всего, тоже упакован, как какой-нибудь iPhone. А я встречал таких людей, у которых дома даже нет обычной отвертки. И вот эти наборы как раз, наверное, для таких людей. Не хочет он открываться, ребята. Не хочет он вам показываться. О, пошел. Да ё-моё. О. Что у нас внутри? Да, рулетка точно такая, только серого цвета. И такой же черный.
Пассатижики. Так, на пассатиже здесь, я думаю, что не открываются. Защита. Подпружиненные. Ну, если честно, как-то разработать, короче, надо немножко. О, стали работать. Что у нас тут есть? Тонкогубцы. Обжимка. И даже есть вот защита кабеля какого-то очень... тоненького, не знаю, полторашка или 2,5. 160 миллиметров ручка. Шестерка, не знаю, что означает. Серия Home. Так, вернем на место. Далее. Отверточка. Прорезиненная Soft Touch ручка. Ручка удобная. Удобная и в руке держать. И то, что она прорезинена, будет хорошо. И даже есть вот такая риска, наверное, чтобы она не каталась по столу. Видите, она задержалась. Указано, какой шлиц. И точно такая же, но плоская. Короче, подписывайтесь, участвуйте. Всем желаю удачи. Еще раз повторяю, все ссылочки на каждую позицию есть в описании к видео. Ну, на этом я заканчиваю данный ролик. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал. Смотри дальше мои выпуски, будет еще много роликов про инструмент Daily и не только. Если ты хочешь что-то приобрести из этого, все ссылочки будут в описании к этому ролику. Ну, на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока!